Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Соловьев Дмитрий Павлович. Я колопроктолог из города Екатеринбурга. Работаю я в Международном медицинском центре УРОПРО. Сегодня тема моей презентации – это состоявшаяся в Дублине конференция Европейского общества колопроктологов 21-23 сентября. Команда Первого медицинского канала любезно оплатила мое онлайн участие, поэтому вот этой информацией хотел бы с вами поделиться. Как обычно, на подобного рода конференциях три больших блока исследований и информации. Это колоректальный рак, воспалительные заболевания кишечника, проблемы общей колопроктологии. Ну и на этом съезде был отдельно дополнительный блок, названный «Лучшие статьи 2022-2021 года». Поэтому разрешите начать. Первый блок – это вопросы колоректального рака. Первое исследование было из Ирландии. Название «Пациенты с повышенным уровнем колонизации фузобактерий имеют лучшие результаты при муцинозном колоректальном раке». Согласно новым данным, представители микробиома участвуют в модулировании иммунной среды при раке. Муцинозный колоректальный рак – это отдельный гистологический подтип, который связан с плохим ответом на химиотерапию. Fusobacterium nucleatum является комменсальным микроорганизмом, который участвует в патогенезе немуциносного колоректального рака. Вот. Но по теории может быть особенно распространен и при муцинозном колоректальном раке. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние распространенности фузобактерии на экспрессию иммунных клеток и прогноз. Было выделено две когорты пациентов. Это пациенты с колоректальным раком, когорта микрочипов опухолей и когорта геномного атласа. И согласно этому исследованию, при муцинозном колоректальном раке был связан с повышенной экспрессией CD8 регуляторных Т-клеток и макрофагов М2. А повышенная колонизация фузобактерий была связана с повышенной экспрессией CD4 и макрофагов М1, в то время как макрофаги М2 в этой группе были недостаточно экспрессированы. Повышенная колонизация фузобактериями при муцинозном колоректальном раке была связана с улучшением клинических исходов вероятнее всего, было высказано предположение из-за модулирующего эффекта на иммунный ответ хозяина. Роль негативных лимфатических узлов в выживании колоректального рака. Систематический обзор, проведенный исследователями из Нидерландов. Изменения в морфологических особенностях так называемых отрицательных лимфатических узлах и увеличение их размера могут указывать на лучший противоопухолевый иммунный ответ хозяина. Было проанализировано более 6000 статей, из которых 9 были включены в систематический обзор, 6 исследований, например, паракортикальная активность, преобладание зародышевых центров и гистиоцитоз синусов, и 3 исследования размера и связь с общей выживаемостью. Согласно этому обзору, может быть связь между повышенной иммунологической активностью и размером лимфатических узлов и прогнозом в колоректальном раке. Обе эти особенности могут свидетельствовать о лучшем противоопухолевом иммунном ответе хозяина, что может улучшить общую выживаемость на второй стадии.
Профиль экспрессии кишечной микробиоты коррелирует с различиями в иммунном ответе при колоректальном раке. Это исследование из Англии. Сейчас очень большое значение дается исследованию кишечного микробиома не только в колоректальном раке, но и при воспалительных заболеваниях кишечника. Если говорить о колоректальном раке, считается, что некоторые виды бактерий, такие как бактероиды, фузобактерии, могут стимулировать онкогенез. И микробиом у пациентов с колоректальным раком отличается от здорового контроля. Пациенты с колоректальным раком демонстрируют повышенный противораковый иммунитет и сильный ответ на иммунотерапию. Был выполнен анализ полного генома опухоли у 190 пациентов, а также сопоставление с иммуногистохимией резицированной опухоли и клиническими результатами. Кроме того, секвенирование с определением количества прочитанных бактерий и окрашивание для инфильтрации CD3 и CD8 Т-клеток в опухоль. Согласно этому исследованию, корреляционная матрица определила, что 24 рода бактерий имеют строго положительную обратную связь с инфильтрацией CD3 CD8 Т-клеток. А некоторые виды, такие как халобактериум, положительную связь показали и общую выживаемость. В заключении авторы делают вывод, что воздействие кишечной микробиоты на слизистую оболочку толстой кишки может вызвать эпигенетические изменения, которые могут приводить к микросателлитной нестабильности. Таким образом, путем влияния на микробиом и модулирование микроокружения можно изменять и иммунный ответ опухоли. Колоректальный рак с ранним началом. Заболеваемость, характеристики и выживаемость. Это исследование из Финляндии. Было проанализировано заболеваемость и пятилетняя выживаемость пациентов с колоректальным раком младше 50 лет. Все случаи проанализированы с 1991 по 2015 год, и из Национального популяционного регистра рака Финляндии, и эти случаи были отслежены до смерти или до конца 2020 года. Всего было проанализировано более 4000 случаев колоректального рака, примерно равная встречаемости мужчин у женщин. Большая часть, 71%, были аденокарциномами, 27% – это нейроэндокринные, 2% – это другие опухоли. Правосторонний рак – почти половина случаев, 47%, левосторонний рак – 19%, и ректальный рак – это 34%. Заболеваемость неуклонно росла как у мужчин, так и у женщин. Наиболее заметное увеличение это при аденокарциномах, ну и меньше всего это нейроэндокринные случаи. Пятилетняя относительная выживаемость увеличилась у мужчин с 64 до 73 лет почти, и у женщин с 70 до 77 лет. Прирост правостороннего рака толстой кишки до 82% составил, левостороннего до 64% и ректального до 73%. Выживаемость при аденокарциномах также улучшилась почти с 59 до 70 лет, а выживаемость при нейроэндокринных опухолях осталась хорошей, порядка 86 лет.
При локализованном заболевании выживаемость осталась хорошей, а вот при нелокализованном выживаемость увеличилась до 53%. Таким образом, заболеваемость раком прямой кишки с ранним началом имеет тенденцию к увеличению, но также и улучшилась пятилетняя относительная выживаемость. Ранний колоректальный рак чаще всего был правосторонним, и у молодых пациентов большую часть случаев, 27%, составляли нейроэндокринные опухоли, также с высокой выживаемостью. Интересное исследование из Швеции о выживаемости в зависимости от времени до начала радикального лечения рака толстой кишки. Это обсервационное исследование. 8-летняя первичной конечной точкой была смертность от всех причин по сравнению с временными интервалами. Три интервала до 28, до 56 и более 56 дней от постановки диагноза до начала лечения. Было включено более 20 тысяч человек. Два периода до 56, до 28 дней, они были сопоставимы в отношении смертности от всех причин. А вот у пациентов с ожиданием более 56 дней была смертность значительно выше. Кроме того, сопутственно проанализировали смертность при различных типах операций. Было показано, ретроспективный анализ показал более низкую смертность после лапароскопических операций. Таким образом, авторы делают вывод, что период до 56 от момента постановки диагноза до начала радикального лечения наиболее безопасный и не приводит к высокой смертности в этом исследовании. Прогнозирование метастазов лимфатические узлы при колоректальном раке первой стадии. Были проанализированы резицированные колоректальные раки Т1 стадии на наличие факторов риска метастазов лимфатические узлы. Более 460 видов из базы данных взяли 7 тысяч пациентов. Анализ показал, что возраст младше 65 лет и низкая дифференцировка, а также опухоль дистальной селезеночного изгиба и лимфоваскулярная инвазия были независимыми предикторами метастазов лимфатические узлы. Таким образом, высказано предложение об инструменте для оценки риска, включая возраст, дифференцировку, локализацию опухоли, лимфоваскулярную инвазию, что позволяет провести стратификацию риска метастазов лимфатические узлы в диапазоне от 3,6 до 50%. Этот инструмент был полезен, может быть полезен после колоноскопического удаления злокачественного полипа у пациентов, которым необходимо принять решение о проведении резекции. Отказ от рутинной лучевой терапии при неместно распространенном раке прямой кишки на национальном уровне. Исследование из Нидерландов. Было проанализировано две когорты пациентов до 2011 года, которым преимущественно более 86% проводилась неоадъювантная лучевая терапия, и вторая когорта пациентов после 2016 года, у которых сократили почти на 50% использование неоадъювантной терапии при неместно распространенном раке прямой кишки. И вот были проанализированы данные, согласно которым это сокращение в лучевой терапии не повлияло на исходы,
связанные с раком на национальном уровне. Прогностические последствия увеличенных латеральных лимфатических узлов и их индивидуальных доз облучения. Результаты популяционного перекрестного когортного исследования. Считается, что увеличенные более 7 мм по короткой оси латеральные лимфатические узлы связаны с повышенной частотой латеральных местных рецидивов. И также предполагается, что неоадъювантная лучевая терапия адекватно облучает эти лимфоузлы, хотя полномасштабных исследований ранее не проводилось. Было проведено ретроспективное кросс-секционное исследование. Более 3000 пациентов в 2016 году прооперированы, из них более 1000 пациентов в стадии Т3, Т4 на расстоянии менее 8 сантиметров от анорректального перехода. В общей сложности более 200 человек имели размер лимфоузлов 5 мм, более 5 мм и получили неоадъювантную лучевую терапию. В последующем консультанты-радиологи и онкологи пересмотрели МРТ-изображение и контуры. И это повторное обследование выявило 127 пациентов с увеличенными латеральными лимфатическими узлами, которые имели более высокие показатели 4-летнего локального рецидива. В общей сложности более 240 пациентов имели латеральные лимфатические узлы более 5 мм и получили неоадъювантную терапию. Из них 85% получили более 95% запланированной дозы. А латеральные лимфатические узлы с дозой менее 95% не приводили к более высоким 4-летним показателям локальных местных рецидивов. Таким образом, делается вывод о повышенном риске локальных местных рецидивов из-за увеличенных латеральных лимфатических узлов и латеральные лимфатические узлы, получившие менее 95% запланированной дозы облучения, не приводило к более высоким показателям местных рецидивов. В то же время, кто получил дополнительную дозу облучения, продемонстрировали высокие показатели локальных местных рецидивов. Эти результаты показывают, что неоадъювантная терапия может иметь ограниченное значение при метастазах непосредственно лимфоузлы. И все-таки выдвинута гипотеза о том, что хирургическое удаление, диссекция лимфатических узлов встает на первое место для снижения частоты местных рецидивов. Вариабельность и несоответствие в определении и отчетах о процедурах лимфоденэктомии, объеме резекции при радикальной правосторонней колэктомии по поводу рака толстой кишки. Систематический обзор из Италии. Предложено несколько процедур для снижения частоты рецидивов у пациентов с правосторонним раком толстой кишки, такие как расширенная лимфоденэктомия D3, полное сечение брыжейки ободочной кишки и перевязка центральных сосудов. Цель этого исследования была определить хирургические этапы и номенклатуры правосторонней радикальной колэктомии, вторичными целями описания неоднородности и перекрытия между различными методами правосторонней колэктомии. 99 статей проанализировано. Такие хирургические этапы специфичны для правосторонней колэктомии, как перевязка
центральной артерии, она была описана в 100% включенных исследований. А вот сохранение брыжейки, целостность брыжейки толстой кишки только 73%. Диссекции по плоскости верхней брыжеечной вены 67%. О других шагах сообщалось непостоянно. В заключение авторы делают вывод, что единственным общепринятым этапом при правосторонней радикальной колэктомии является центральное лигирование артерий. Но существует большая неоднородность и последовательное совпадение определений для всех методов. Популяционный взгляд на локорегиональный рецидивирующий рак толстой кишки. Как далеко мы продвинулись? Обзор заболеваемости, факторов риска лечения, общей выживаемости локорегионального рецидивирующего рака толстой кишки после радикальной резекции первичного рака первой-третьей стадии. Исследования из Нидерландов. Данные были взяты из Нидерландского регистра рака пациентов за первые 6 месяцев 2015 года. Было включено более 3500 пациентов, и кумулятивная заболеваемость локорегиональным рецидивирующим раком составила 3,8%. Синхронные отдаленные метастазы диагностированы у 62% больных. Основными факторами риска для локорегионарного рецидивирующего рака были возраст более 70 лет, четвертая стадия, наличие метастазов в лимфоузлы и R1-2. Назначение адъювантной химиотерапии было связано с более низким риском рецидива у пациентов с высоким риском второй и третьей стадии. Медиана общей выживаемости составила около 13 месяцев. Вот, при этом при отсутствии отдаленных метастазов это 19%, а при их наличии это 10 месяцев. Таким образом, выводом данного исследования можно считать, что кумулятивная частота локорегионарного рецидивирующего рака толстой кишки была низкой. Назначение адъювантной химиотерапии было связано с более низкой частотой у пациента с высоким риском стадии 2 и 3. Лечение излечивающее получили почти 30% пациентов и достаточно высокой общей выживаемостью. Общая национальная оценка МРТ отчетов о латеральных лимфатических узлах у пациентов с раком прямой кишки и соответствие с повторным обзором МРТ после дополнительного обучения. Так же, как и в предыдущих исследованиях, наличие размер латеральных лимфатических узлов является важным фактором, влияющим на решение о лечении рака прямой кишки. Было проведено ретроспективное когортное исследование более 1000 пациентов, пролеченных по поводу рака прямой кишки Т3, Т4 на расстоянии менее 8 сантиметров от аноректального перехода. Были повторно пересмотрены МРТ изображения, которые прошли специальное обучение по выявлению и классификации латеральных лимфатических узлов. И вот согласно повторному пересмотру, почти в половине случаев первичных МРТ отчетов не было отмечено латеральных лимфатических узлов, которые были связаны со стадией. И из 226 пациентов с имеющимися увеличенными узлами
Размер по короткой оси был указан только у 60%. Анатомическая локализация в половине, а подозрительность только в четверти всех описанных случаев. Для 41% увеличенных более 7 мм лимфатических узлов при повторном экспертном осмотре в первичных МРТ-отчетах вообще ничего не упоминалось. Повторный анализ привел к другому анатомическому компартменту для 73% всех латеральных лимфатических узлов и другому размеру. Таким образом, делается вывод о том, что в половине первичных МРТ-отчетов не упоминалось наличие и размер латеральных лимфатических узлов у пациентов, которые получали лечение по поводу местно распространенного рака, что свидетельствует о недостаточной осведомленности и необходимости повышения качества обучения специалистов по МРТ. Второй крупный раздел – это исследования в области воспалительных заболеваний кишечника. Наиболее интересное исследование – это исследование, касающееся использования мезенхимальных стволовых клеток. Исследуется препарат дарвадстрацел, сообщение из Австрии. Использование аллоген-размноженных мезенхимальных стволовых клеток как новый терапевтический вариант у пациентов с перианальной фистулизирующей болезнью Крона. Было выполнено 15 аппликаций у 14 пациентов с 18 по 21 год. Инъекция 120 миллионов аллогенно-размноженных мезенхимальных стволовых клеток жирового происхождения. И дальше эти пациенты оценивались на закрытие свищевого отверстия, отсутствие задержки жидкости, обнаруженной на МРТ, было расценено как успех. Средний возраст пациентов 32 года, индекс массы тела 21,2. При этом большая часть пациентов получали моноклональные антитела инфликсимаб, адалимумаб и другие. Четыре пациента лечили две фистулы в одном и том же сеансе. Среднее время составляло 20 минут, осложнений ни у кого не возникло. Последующее время наблюдения 20 месяцев. И свищи закрылись у 57% пролеченных пациентов. Данный препарат безопасная минимально инвазивная техника без значительных переоперационных осложнений. И клинический успех можно ожидать примерно у половины пролеченных пациентов. Исходы беременности после операции со стомой по поводу воспалительного заболевания. Результаты многоцентрового ретроспективного аудита. Пациентки с подтвержденным диагнозом ВЗК, у которых была беременность после формирования стомы, исследовались. 82 беременности, 77 пациенток, средний возраст 31 год, преимущественно болезнь Крона 60%, 35% язвенный колит и недифференцированный ВЗК это 3,6%. Илиостома преимущественное большинство это 88%, колостома 12% женщин. Один выкидыш, одно мертворождение и 80% живорожденных детей. Большая часть родоразрешения осуществлялась путем кесарево сечения
44 плановые, 14 экстренные. Общая частота 73%. Преждевременные роды до 37 недель у 19%. Низкая масса тела менее 2,5 тысяч грамм у новорожденных всего лишь у 17%. Таким образом, женщины со стомой из-за ВЗК имеют более высокие показатели кесарева сечения, более склонны к преждевременным родам и рождению детей с низкой массой тела по сравнению с общей популяцией. Ну и также сталкиваются с риском серьезных осложнений, связанных со стомой. Инъекция мезенхимальных стволовых клеток Дарвадстрацел, сложные свищи при болезни Крона. Предварительные результаты из реальной жизни, сообщение из Франции. Перспективное исследование. Также оценен полный клинический ответ, как полное закрытие всех наружных свищевых отверстий. Частичный ответ – это отсутствие закрытия всех наружных отверстий, но без сброса давления. Неудача – это отсутствие закрытия, персистирующее, спонтанное или наличие абсцесса. Полный рентгенологический ответ, оцененный через 6 месяцев наблюдения, был определен как фиброзное изменение без абсцесса. Частичный ответ – это уменьшение воспалительного сигнала или длины или диаметра ходов без абсцесса. Ну и неудача определялась появлением новых ходов и наличие или отсутствие абсцесса. Всего 46 пациентов. Средняя продолжительность болезни составила 134 месяца. Пациентам было выполнено в среднем 4 процедуры дренирования. 32% потерпели неудачу, по крайней мере, с одной сфинктеросохраняющей методикой. Все пациенты находились на биологическом лечении и 75% на комбинированной терапии. После среднего периода наблюдения 10 месяцев у 74% пациентов наблюдался клинический ответ. 50% полностью, 24% частично. Что касается 41 пациента, у которых была проведена МРТ, 88 ответили радиологически, 39 полностью и 49 частично. Значимых нежелательных явлений отмечено не было. В однофакторном анализе возраст младше 37 лет и фенотип воспалительного заболевания были связаны с полным клиническим ответом. А вот при многомерном анализе значимым оставался только воспалительный фенотип. Таким образом, инъекция дарвадстрацела привела к 74-процентному клиническому и 88-процентному рентгенологическому ответу. Здесь процент больше, в предыдущем сообщении только 57% успеха. Высокая частота осложнений после раннего закрытия илиостомы, досрочное прекращение исследования. Сообщение из Соединенных Штатов. Было проанализировано две категории пациентов. После проведенного формирования или анального резервуарного анастомоза с илиостомой. Обычно илиостома закрывается через 2-3 месяца, а вот одной из этих групп пациентов приняли решение закрывать в более ранние сроки на 7-12 день. И эти пациенты
две группы пациентов между собой сравнивались. Так вот, у пациентов, которым было проведено более раннее закрытие или остомы, осложнения возникли в более чем 70% случаев, причем почти 30% это были тяжелые осложнения. Поэтому было принято о досрочном прекращении этого исследования и сделан вывод о том, что раннее закрытие или остомы нецелесообразно. Раздел общей колопроктологии. Деплекс – то новая форма доксициклина, которая обеспечивает высокие локальные концентрации антибактериальной активности в течение 30 дней для уменьшения инфекции в области хирургического вмешательства. Разработана новая форма препарата доксициклин, которая сочетает в себе платформу полимерно-липидной инкапсуляции «Матрикс» и антибиотик, собственно говоря, доксициклин, который наносится на разрез после закрытия, миофасциального закрытия, непосредственно перед закрытием кожи. И происходит непрерывное локальное высвобождение доксициклина в течение 30 дней. При этом системный уровень препарата незначителен. И согласно вот проанализированным данным, эта схема значительно снижает частоту местной инфекции в области хирургического разреза и инфекцию в течение 30 дней после хирургического вмешательства. Ондансетрон при синдроме низкой передней резекции. Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование. Синдром низкой передней резекции – распространенное явление, которое влияет на качество жизни. Антагонисты серотониновых рецепторов, которые используются обычно в качестве противорвотных средств, продемонстрировали улучшение симптомов при синдроме раздраженного кишечника за счет уменьшения частоты стула, срочности улучшения консистенции. Кроме того, этот вид препаратов улучшает и симптоматику при синдроме низкой передней резекции в дополнение к эффекту плацебо и времени. Но необходимы дальнейшие исследования этого препарата. Сакральная нейромодуляция как одноэтапная процедура субсенсорной стимуляции эффективна при недержании кала. Результаты двойного слепого рандомизированного исследования. Сообщение из Германии. Сакральная нейромодуляция была одобрена для лечения недержания кала фекальной инконтиненции в качестве двухэтапной техники. При стандартной технике имплантации 90% проводят пробную операцию. И ранее было обнаружено, что субсенсорная стимуляция на уровне 50% сенсорного порога также эффективна. Включили пациентов с более одним эпизодом недержания в неделю, несмотря на максимальную консервативную терапию. Если двигательная реакция наружного анального сфинктера была достигнута более чем в трех полюсах, по крайней мере, при мощности менее 1,5 мА, то пациенты включались. Послеоперационные пациенты были рандомизированы на две группы. G1 – это стимуляция при 0,05, и G2 – это стимуляция на уровне 90%
через 12 недель и с последующей 12-недельной стимуляцией. Пациентов оценивали после каждого периода с использованием шкалы Векснера и визуально-аналоговой шкалы на предмет удовлетворенности и ведения дневника дефекации. Так вот, 73 пациента со средним возрастом 60 лет значительно уменьшились симптомы через 6 месяцев наблюдения. У 92% пациентов было достигнуто более 50% снижение частоты эпизодов фекальной инконтиненции. Существенных различий в эффективности, удовлетворенности не наблюдалось. Таким образом, выводом исследования считается, что одноэтапная процедура сакральной нейромодуляции выполнима при соблюдении строгих критериев включения. Субсенсорная стимуляция силой тока 5 сотых также эффективна, как и полноценная стимуляция, что позволяет увеличить срок службы аппарата и снизить затраты на лечение. Сравнение лапароскопической резекционной ректопексии по сравнению с операцией Делорма при выпадении прямой кишки на всю толщину, рандомизированное многоцентровое исследование из Германии. Были включены пациенты с полнослойным ректальным пролапсом и проанализировано время до рецидива выпадения на всю толщину в течение 24 месяцев после первичной операции. Включено 65 пациентов, большая часть это женщины, средний возраст почти 70 лет. 33 пациентам выполнена лапароскопическая и 32 пациентам операция Делорма. У одного только пациента в группе лапароскопической резекционной ректопексии был рецидив полнослойного пролапса в течение 24 месяцев наблюдения. По сравнению с почти 38% в группе операции Делорма. Таким образом, лапароскопическая ректопексия она превосходит процедуру Делорма с оговоркой о потере возможности последующего наблюдения. И это исследование подтверждает роль лапароскопической резекционной ректопексии, которую можно считать безопасным стандартом лечения выпадения прямой кишки. Раздел проктологии. Здесь не так много сообщений. Наиболее интересное это сообщение из Латвии. Пятилетнее наблюдение двойного слепого рандомизированного контролируемого исследования, в котором сравнивали лазерную геморроидальную пластику, шовную мукопексию и эксцизионный геморроид-эктомией. Были проанализированы пациенты с симптоматическим геморроем второй-третьей стадии. Этих пациентов опрашивали по телефону, почте, электронной почте, спрашивали о рецидиве симптомов недержания, повторной операции, качестве жизни, а также субъективной оценки операции и сожаления о принятом решении. О рецидиве сообщалось у 24% в группе лазерной геморроидопластики, у почти 19 пациентов в группе эксцизионной геморроидэктомии и почти у 42% в группе шовной мукопексии. Один больной в группе лазерной геморроидопластики и два пациента в группе шовной мукопексии были повторно прооперированы
по поводу геморроя, а вот среди пациентов после эксцизионной геморроидэктомии повторных операций не было. Ни у одного пациента не было зарегистрировано тяжелое недержание кала, а вот абсолютное удержание, легкое недержание, умеренное недержание было зарегистрировано у 20% в группе лазерной геморроидопластики, 24% в группе эксцизионной геморроидэктомии и 25% в группе шовной мукопексии. Рецидивы через 5 лет после операции наименьшими были после эксцизионной геморроидэктомии, а наибольшими были после шовной мукопексии. Но в то же самое время пациенты после мукопексии сообщают о наилучшей оценке своей операции, несмотря на высокую частоту рецидивов. Физиотерапия тазового дна у пациентов с хронической анальной трещиной, рандомизированное контролируемое исследование из Нидерландов. Были проанализированы пациенты с хронической анальной трещиной и дисфункцией тазового дна, которые были распределены в группу, получавшую 8-недельную физиотерапию, включающую электромиографическую биологическую обратную связь, или контрольная группа, которая получала отсроченную физиотерапию. 140 пациентов, средний возраст 44 года. И вот согласно этому исследованию, физиотерапия тазового дна у пациентов с трещиной и дисфункцией, она эффективна и рекомендована в качестве адъювантного лечения, ну, помимо консервативного лечения. Простое слепое рандомизированное исследование, сравнивающее заживление после операции Bascom Cleft Lift при пилонидальной болезни или без управления отрицательным броневым давлением. Ну, местная терапия отрицательным броневым давлением была проанализирована после операции Bascom Cleft Lift. И вот согласно этому исследованию никаких существенных преимуществ в плане заживления эта терапия не дает. Поэтому исследование было остановлено связи с тем, что результаты были неутешительными. Раздел «Лучшие публикации года». Краткосрочная терапия анти-ТНФ с хирургическим закрытием по сравнению с терапией при лечении перианальных свищей при болезни Крона. Рандомизированное исследование предпочтений пациента. Краткосрочное лечение анти-ФНО препаратами в сочетании с хирургическим закрытием индуцирует долгосрочное заживление по данным МРТ чаще, чем только изолированная терапия без хирургии. Эти данные свидетельствуют о том, что пациентам с перианальным свищом при болезни Крона следует рекомендовать все-таки этот комбинированный подход. Опять сообщение о эффективности стволовыми клетками при сложных перианальных свищах у пациентов с болезнью Крона. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование для определения долгосрочной эффективности и безопасности однократного местного введения аллогена размноженных стволовых клеток, полученных из жировой ткани. И вот в третьей фазе исследования пациентов с болезнью Крона
рефрактерными к лечению сложными с вещами обнаружили, что терапия стволовыми клетками безопасна и эффективна для закрытия наружных отверстий по сравнению с плацебо через 1 год. Эффективность введения свежесобранной аутологичной жировой ткани в перианальные свищи у пациентов с болезнью Крона. В этом исследовании 21 пациент с болезнью Крона и перианальными свищами вводили инъекцию свежесобранной аутологичной жировой ткани, и что привело к полному заживлению свищей у 57% пациентов. Разработка и валидация магнитно-резонансного индекса для оценки свищей пациентов с болезнью Крона. Был разработан индекс, который основан на 6 пунктах и оценивал данные МРТ, определял перианальную фистулизирующую активность болезни Крона с улучшенными операционными характеристиками по сравнению с предыдущими показателями. Этот индекс может быть использован в качестве критерия исхода в испытаниях для оценки эффектов лечения пациентов с перианальной фистулизирующей болезнью Крона. Прогностическое значение МР-идентификации опухолевых отложений мезоректальных узлов и поражения боковой стенки таза. Целью этой публикации было изучить прогностическую значимость выявленных на МРТ опухолевых отложений, экстрамуральной сосудистой инвазии и метастазов лимфатические узлы, а также поражение боковой стенки таза при раке прямой кишки. И МРТ выявило, что опухолевое отложение, сосудистая инвазия и поражение боковой стенки таза являются независимыми, неблагоприятными прогностическими показателями у больных раком прямой кишки. И согласие между наблюдателем по этим выводам было от умеренного до удовлетворительного. Неоадъювантная химиотерапия у пациентов, перенесших резекцию толстой кишки по поводу местно распространенного неметастатического рака толстой кишки. Общенациональное когортное исследование, согласно которому неоадъювантная химиотерапия не приводит к ухудшению ближайших послеоперационных исходов и может увеличить частоту R0 резекции, а также поражение лимфоузлов. Результаты долгосрочных преимуществ, включая выживаемость, ожидаются в следующих продолжающихся рандомизированных контролируемых исследованиях. Траектория С-реактивного белка как предиктор несостоятельности анастомоза после резекции рака прямой кишки. Многоцентровое когортное исследование, основной целью которого было определение, является ли измерение траектории С-реактивного белка, включая увеличение на 50 миллиграммов в литр в день, точным предиктором несостоятельности анастомоза у пациентов, перенесших резекцию по поводу рака прямой кишки. И вот настоящее исследование показало, что нет взаимосвязи и нет прогностической ценности между траекторией повышением уровня С-реактивного белка и это не позволяет однозначно исключить несостоятельности анастомоза. Поэтому ранее безопасная выписка пациентов, перенесших операцию на прямой кишке по поводу аденокарциномы, не может быть гарантирована только на основании этого параметра. Высокие отрицательные прогностические значения в основном обусловлены относительно низкой распространенностью несостоятельности. Систематический обзор и мета-анализ вариантов ветвей верхней брюшеечной артерии, ахиллесова пята, правосторонней гемиколэктомии с полной брюшеечной резекцией.
Согласно этому систематическому обзору, правая ободочная артерия имеет общий ствол с подвздошно-ободочной и средней ободочной артерией в 13,2% и 17,7% пациентов соответственно. Подвздошно-ободочная артерия, правая ободочная артерия. Подвздошно-ободочная присутствует почти у 100%, а вот правая ободочная только у 72% пациентов. Средняя ободочная у 96%, почти 97%. Нештатная правая ободочная и средняя ободочная 3,2 и 11,4% от всех случаев. Отчетливые изменения микробиома толстой кишки связаны с острым дивертикулитом. Патогенез острого дивертикулита до конца не ясен, несмотря на то, что это наиболее распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта. И исследователи поставили перед собой цель изучить роль микробиома в патогенезе острого дивертикулита. Согласно этому исследованию, микробиом людей с острым дивертикулитом показал меньшее разнообразие, чем у контрольной группы. Различия в составе, меньшее количество комменсальных бактериальных семейств и родов, таких как Лахноспириацея, риминококки, фекалибактерии у пациентов с острым дивертикулитом по сравнению с контролем. И было увеличение нескольких видов с известными патогенными свойствами, включая фузобактерии и парапротоветелла. Коллеги, поступили вопросы, я в порядке их поступления постараюсь ответить. Вопрос от Ксении. Добрый вечер. Обсуждается ли фекальная трансплантация как опция в комбинированном лечении колоректального рака? Данный вопрос на данном съезде не обсуждался, к сожалению. Каково современное место ПЭТ-КТ в стадировании колоректального рака? Вопрос от Сергея. Сергей, сожалею, но данный вопрос также не освещался на этом конгрессе. Вопрос от Анатолия. Скажите, что нового обсуждалось на конгрессе в сфере организации колопроктологической помощи? Здесь вопрос. Было несколько докладов и обсуждения по поводу социальных сетей, по поводу возможности дистанционной консультации пациентов, в том числе и по телефону. Ну, это, очевидно, вопросы, которые остались с пандемией коронавируса. Больше каких-то нововведений в организации не обсуждалось. Ирина, каковы новые опции лечения ВЗК? Очень много докладов, исследований о использовании мезенхимальных стволовых клеток и аутологичной жировой ткани для лечения перианальных свищей при болезни Крона. Ну, это вот основные новые опции именно вот по хирургии. Софья, позволят ли новые антибактериальные препараты уменьшить заболеваемость псевдомембранозным колитом? Вопросы псевдомембранозного не обсуждались, но если из личной практики, я бы сказал, что отказ или уменьшение использования антибактериальных препаратов все-таки может снизить заболеваемость псевдомембранозным колитом. Не новые препараты, а именно
использования по необходимости, по показаниям. Эдуард, каков современный подход к профилактике и терапии пострезекционных синдромов? Опять же, несколько докладов и презентаций было об использовании антагонистов серотониновых рецепторов у пациентов с низкой передней резекцией, синдромом низкой передней резекции. Нина, есть ли перспективные технологии лечения такой анаректальной патологии, как анальные трещины и геморрой? С радостью отметил, что все существующие методики применяются в нашей повседневной жизни в России. Если мы говорим о трещинах, говорили о сфинктеротомии, о ботулотоксине, о использовании топических блокаторов кальциевых каналов. Я не стал выносить это в свою презентацию, потому что это все известно, это не новые данные, поэтому в принципе все то же, что используется сейчас. Что касается геморроя, был только доклад о пятилетней в сравнении лазерной геморроидопластики, шовной мукопексии, экстазионной геморроидэктомии. Здесь, конечно, геморроидэктомия занимает первое место в плане низкого процента рецидивов. И, но последнее место в плане удовлетворенности пациентов. Вопрос от Альбины. Что стало наиболее обсуждаемой темой в хирургической колопроктологии за ушедший год? Очень активно обсуждается использование роботизированных технологий наряду с ляпароскопическими. И видеодоклады, и видеопрезентации. Ну, я бы это назвал первое — роботизированной хирургии. Второе – это использование, опять же, мезенхимальных стволовых клеток для лечения перианальных свищей при болезни Крона. Благодарю, коллеги, за вопросы. Вопросов больше нет.